качестве участников – лучшие спортсмены города, а вот зрители – школьники начальных классов. Для них сегодня яркое выступление мотоциклистов, завораживающий номер наездниц, скоростная гонка лыжероллеров и велосипедистов. После этого детям предоставили возможность погулять по стадиону, где со всеми спортсменами можно было поговорить лично. Я пришла позаниматься фитнесом, и вот итог. Это втянуло, это большая сила воли, также мне это дает скоростные качества, и вообще воспитывает хорошую силу воли. Ажиотаж был рядом с гоночными мотоциклами и квадроциклами. После увиденного практически каждый школьник захотел стать гонщиком. Я люблю скорость, мне нравятся гонки всегда. А не страшно? Нет. Таким нестандартным методом в Рыбинске решили забрать детей из двора и привлечь их к спорту. И, судя по отзывам, цель достигнута. Это очень нужное и полезное дело для подрастающего поколения. Ну и для того, чтобы спортивные школы имели определенное и как можно большее количество занимающихся, которые в дальнейшем могут посвятить себя в том числе и занятием спортом более профессионально. В этот день каждый смог определиться, какой вид спорта для него интереснее. Эх, 15 лет назад не побывать на таком мероприятии, я, наверное, бы стала профессиональным баскетболистом. Не судьба. Кто-то прямо на месте записался в секцию, другие получили приглашение на дни открытых дверей, где в самом ближайшем будущем узнает о жизни спортивной школы больше. Ольга Хромова, Владимир Выдумлев, «День в событиях».